А вот государственные услуги, оформленные через интернет, наоборот, подешевеют. Скидка составит 30% от суммы госпошлины на конкретную услугу. Так, при оформлении через портал госуслуг дешевле на треть обойдется постановка автомобиля на учет или получение загранпаспорта. Самой популярной услугой является оформление загранпаспорта. Госпошлинный документ нового поколения на 10 лет для граждан старше 14 лет сегодня составляет 3,5 тысячи рублей. Для несовершеннолетних до 14 лет – 1,5 тысячи рублей. С февраля же для взрослых в данном случае скидка составит 1050 рублей. На оформление детского загранпаспорта можно будет сэкономить 450 рублей. Также скидки будут действовать на оформление свидетельства о рождении и о браке, а также на регистрацию юридических лиц. На водительского удостоверения будет стоить 1600 рублей вместо нынешних 2000. Регистрация ИП обойдется в 560 рублей. Полный список услуг, на которые будут распространяться скидки, Минкомсвязи опубликует на своем сайте.